Всем привет! Сегодня у нас 3 марта, Вологодская область. Проснулся. Настроение отличное, готов ехать дальше. Сейчас дойду до кафе, позавтракаю и в дорогу. Зима никак не хочет отступать. Сами видите, снега намело за ночь. Минус 8, легкий мороз. Гостиница очень понравилась. Выспался, тишина. Рекомендую. Кстати, посмотрел в интернете. Это 30 километров от Вологды в сторону Ярославля. Расположение. 450 километров от Москвы и 800 километров от Архангельска. Так что так, останавливайтесь на отдых в гостинице «Вираж» в Вологодской области. Да, погодка нелетная, ветер, снег. Машину за ночь. Иду в кафе завтракать. 24 часа запчасти. Как уверяют, есть любые запчасти для грузовиков и для легковых автомобилей. Трасса М8. Хорошо, что гостевой дом расположен не рядом с трассой. То есть ночью я трассу не слышал. Спал изумительно. Вот кафе «Вираж». 441 километр. Пойду позавтракаю. Ребят, позавтракал в кафе «Вираж» замечательно. Взял кашу, 2 сырника, кофе. Как пообедал. Вчера проехал 850 километров, сегодня осталось 500. На улице снег, метель, ну короче, погода поменялась не в лучшую сторону. Такое ощущение, как будто я обогнал циклон вчера в Архангельске. И вот он добрался до Вологды. Но ничего, как-нибудь доедем.
сделал вынужденную остановку, закончилась омывайка. Хорошо, что про запас взял с собой. До Ярославля осталось километров 15. Короче, совсем немножко. Сейчас залью омывайку, попью чай, поеду дальше. Корма у автомобиля совсем чумазая. Под Ярославлем, кстати, теплее, минус 5, все тает на дороге каша, вот такого плана машина, блин, вся засрана. Ну ладно, дорогу посыпают песочком, блин, как-то так. Вон. Подкапотное пространство тоже все в снегу. Короче, вот такие дела, сейчас долью омывайку, поеду дальше.